Печальная весть. Ушел из жизни уроженец села Красный Восток генерал-майор ФСБ Индранил Карович Кокупшев. Ему было всего 54 года. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза выразил соболезнования его родным и близким. Боевой офицер, настоящий патриот, достойный человек Индранил Карович с юных лет выбрал свое призвание – служение родному отечеству и прошел свой путь боевого офицера до конца. Его профессиональная деятельность начиналась здесь, на родной земле, в Карачаево-Черкесии. За годы службы в республике внес большой вклад в становление и развитие регионального управления ФСБ РФ по КЧР, вел успешную службу с экстремизмом и бандоформированиями, помогал в воспитании молодого поколения сотрудников. Благодаря своему профессионализму Индранил Карович всегда эффективно решал стоящие перед ним сложные и ответственные задачи. О его заслугах перед Родиной свидетельствуют многочисленные государственные награды. После переезда в Москву наш земляк продолжил свою службу ФСБ России. При этом никогда не терял связи со своей малой родиной. Коллеги всегда вспоминают Индранила Каровича как исключительно порядочного и отзывчивого человека, надежного товарища и друга.